Всем привет! Появились новые покупки и хочу поделиться с вами. Некоторые я покупала чуть раньше, некоторые приобрела сегодня. Первым покажу консилер-корректор фирмы Eveline или Eveline. Корректор 2 в одном. Он идет как хайлайтер и корректор. Я его использую как корректор. У меня он в номере 8. Очень хороший такой цвет, объем здесь 7 миллилитров, цвет такой светленький. Я его покупала весной, сейчас я чуть подзагорела, и он чуть-чуть светловат для меня, но он хорошо очень освежает кожу, нежный, не пересушивает, на каждый день он просто идеальный. Вот именно для каждодневного нанесения. Хорошо держится, увлажняет. Очень мне он понравился. Еще один у меня консилер. Консилер-корректор я его также использую от фирмы Essence. Я про него уже рассказывала, так как это у меня не первая бутылочка. Это уже вторая. Все то же самое, но, как видите, чуть отличаются здесь черные буквы. Здесь красненький, видно уже, что я его, этот консилер, вылизала просто по стеночкам, так он мне нравится. Этот точно такой же, не сушит кожу, для каждодневного нанесения просто супер. Так, теперь фирма Faberlic. Это у нас серия Beauty Cafe. Покупала я смородину, гель для душа. У меня ее уже очень мало осталось. Это просто супер гель. Именно запах у него настолько вкусный. Эти ягодки так пахнут, что просто аж моешься, и слюноотделение начинается. Очень красивый запах, прям как свежая ягода, свежевыжатый сок, сочный такой, бодрящий. Гель хорошо пенится, о геле ничего плохого говорить не буду, не сушит кожу, но сам запах — это просто бомба. И сегодня я приобрела другой гель с этой же серии, карамельная груша. Тоже слышала очень много о нем классных отзывов. Действительно, очень вкусный запах. Настолько вкусный. Я его еще не пробовала, я только его понюхала, но уже просто в восторге. И последнее — это средство для губ. Не удержалась я, очень хорошая была скидка. Сама себе зарекалась, не буду брать помады хотя бы какой-то период, но слабый характер. Купила бальзам для губ. Он даже не бальзам, он идет как база под помаду. Вот это такой прозрачный кремовый бальзам. Написано база под макияж губ. Так, это вот номер. Вот такой он довольно широкий, этот бальзам. Он практически не имеет запаха, очень-очень легкий. Вот он выкручивается. Чуть-чуть что-то он согнутый, как башня пизанская. Вот, но он довольно-таки жирненький. Ну, не будет видно его, потому что он бесцветный. Неплохо наносится на губы. Ну, попробую под помадой, как он себя поведет. Но я больше рассчитываю его использовать в холодное время года. Ну и на закуску две помады. Две очень красивых помады. Эта помада идет из разных серий. Вот их номера. Одна идет абсолютный объем, а вторая идет серия абсолютное увлажнение. Это увлажнение, это объем. Будем смотреть цвета. И цвета получились практически одинаковые на камере, но они вживую на самом деле, особенно при дневном освещении, разные. Эта помада идет более розовинка-сиреневинка, а это более идет краснинка, и даже коричневатая, можно сказать. По
Текстуре, я так понимаю, они очень похожи, увлажнение и объем, они обе очень приятно наносятся. Я сниму еще видео коротенькое, постараюсь при дневном освещении, может будет лучше видно разницу в этих цветах. Так, увлажнение, помада. Такая прям блестящая. И помада объемная. Ну, на руке они, ну, практически одинаковые. Даже не видно разницы, но на самом деле они абсолютно разные. Включила я вспышку в телефоне. Может, так будет чуть-чуть лучше видно. Да, здесь видно, что это более коричневинка-краснинка, это более такая в розовиночку. И здесь тоже как бы слегка видно, что они уже разные помады. Я еще сниму видео при дневном освещении. Утесов у Черного моря, да, есть? Одесса, красиво. Давай.
театр. А? Let's go.